Ольга Березуцкая, жена защитника ЦСКА Василия Березуцкого, похвалила хавбека армейцев и сборной России Александра Головина, который забил гол и отдал две результативные передачи в матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией, 5-2. Да простит меня любимый муж, но за таких, как он, искренне берет гордость. И отнюдь не потому, что решетка ЦВБП, а потому что он лучший игрок сборной России и просто уникальный человек. Таких парней, единицы, когда все складывается. Едина, талант, характер, сила воли, работоспособность, человечность и при всем при этом невероятная скромность. Искренне верю, что он покажет себя на мировом уровне. Так держать. Минус написала Березуцкая на своей странице в социальной сети Instagram. Фото доступно на странице Ольги Березуцкой в социальной сети Instagram. Вари, голова. Он еще далеко не звезда, а лучшем игроке матча Россия, Саудовская Аравия.